Всем большой привет! Добро пожаловать ко мне в гости. Впереди у нас Новый год, и мне очень хочется порадовать кого-то таким вот небольшим набором новогодних материалов. В состав подарка будет входить набор бумаги для скрабукинга от фабрики Декору. Это новая коллекция, которая вышла совсем недавно. В ней 10 двухсторонних листов. Лист с вырезалками и карточки. Также я положу старые нотные листы белым золотым фольгированием от Art Узор. И листочки с тиснением. Артборд в виде рукавички от фабрики Декору, два набора новогоднего чипборда, отрез ткани, тычинки с золотым глиттером, набор топсов и ацетатный лист. В подарочек также положу маленький блокнотик ручной работы. Декоративные элементы тоже будут входить в подарок. Тематическая вырубка, снежинки, домики, шишечки, еловые веточки. Все, что может пригодиться для создания работы. Стопочка двухсторонних карточек от Минтай. Вырезалки с этой же коллекции. Они все уже вырезаны. Вам просто остается добавить все элементы в работу. Оригинальные деревянные украшения от Art Узор. Плотный фольгированный чипборд. Две баночки с топпингом, в одной золотой глиттер, а в другой маленькие звездочки. Немного новогоднего чипа, веточки, птички, конфетки и подарки. Также в подарок кладу маленькие елочные шарики, которые украсят любую новогоднюю работу. Условия для получения подарка самые простые. Нужно быть подписчиком моего канала, написать любой комментарий под этим видео, поделиться им с такими скрабоувлеченными. Через 10 дней я подведу итоги с помощью генератора случайных чисел.